И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на том же самом сервере и все так же с модом Expansion Core. Кстати, это очень глупо выглядит, когда вы пишете в комментариях: «А что за мод?» На котором я играю, конечно же, учитывая, что я проговариваю мод в самом начале каждого выпуска. Да, у меня здесь нитки цали. Прикиньте. А все из-за того, что я это записываю заранее. То есть, короче, получается, вот сейчас вы видите ту серию, которая была записана перед вчерашней. Я даже не знаю, будет ли позавчерашней. Короче, вы сейчас видите все то, что было записано до того, как я записал прошлую серию. Прошлый выпуск. Я даже не знаю, что будет в прошлом выпуске, а вы уже знаете, что будет в прошлом выпуске. И это как-то необычно. Почему же я так сделал? Короче, погнали, покажу. Надеюсь, он живой. А если не живой, значит, вы не увидели эту серию. Я просто нажал на стоп и все. Летал я, короче, летал, собирал я себе металл. Стиха, блядь, ты дрить, мадрить. И увидел сие чудо. Чудо раз чудесное. Просто великолепное. Чудо. Лёша, ты где? Чудо? Нет, это не ты. Мне чудо нужен. Чудо, чудо, чудо. Чудо. Так, это что там? А, это этот. Господи, такое время суток драное. Здесь ничего не видно. Так, тоже не ты. А где то чудо, которое мне нужно? Из-за которого я записываю эту серию? Не по порядку. Только териев поразвелось-то, ёшкин кот, сколько. Так. А! Это ты! Это ты! Я верю в тебя, это ты! Твою мать. Нет, он уже не здесь. Ну вы поняли, да, кого еще? А если не поняли, то сейчас расскажу или покажу. Лучше, конечно, покажу. Ищу я спинозавра. Кстати, мне писали в комментариях, при этом есть спинозавр. И тут такой, опаньки! Альфа-спинозавр. И немалого левела. 130 левел. А, стегозавр, господи, спинозавр. Все, я их вечно путаю. Лё, блин, хорошая сраная трава. Ой, потерял его. 130 левел. Это просто ад какой-то. 130 левел, это, конечно, да. И получается... сраного тучи торпора надо накинуть на него. Сейчас у меня единственная мысль в голову пришла. Это бить посохом. Бить, 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 бить. Но сейчас мне другая мысль пришла в голову. Надо, короче, сначала делать ловушку. В общем, альфач. Самое главное, это альфач. Ты алё, борзел что ли? Ты пошел ты в жопу, короче. Так, самое главное это то, что это альфач. Это самое главное. Твою мать! Хреново дерьмо! Сраный, дебильный, автоматически... Какого гляда ты, тварь, открытая оказалась? Причем сама открылась овца, я тут через дверь уже не выходил, фиг знает сколько времени. Что мне для него нужно? Сарка. Вот. Корм яйца сарка. Я надеюсь, 15 штук хватит на 130 левел. Очень надеюсь. Если не хватит, то будет все фиговый перец по новому томить. Ну ладно, это все фигня. Томить я его буду вот этим. Электрик прот. Прот, прикол. И если чего не хватит, то дротиками. Но я очень рассчитываю на этот прот. Короче, на этот жезл справедливости и металла. Так, но для начала мне нужно построить ловушку, в которую он зайдет вовнутрь. Так, стенки вижу. Хотя бы немного, да есть, это уже хорошо. О, еще стенки, отлично. Фундаменты и рампы. Рампы есть где-то здесь. Я знаю, что они тут были. Но я вижу, что их уже нету. Не знаю, куда я их сунул. Надо и фиг с ними. Кстати, цементной пасты, оказывается, у меня очень много теперь. Вообще здорово, мне нравится. Так, меня вот дерево есть. И... Солома.
Солома. Так, изготовление. Foundation. Так, сделаем сразу же 8. Дальше делаем, блин, рампа. Для этого мне нужно волоконка. Делаем чутка побольше, потому что мне рампа потом пригодится. Так что без проблем. И получается... Получается все. Это убираем, убираем, убираем. Так, это все оставляем, это убираем. Все. Теперь. Погнали. Ты меня бесишь, тупая курица. Не, ну раздражает она меня, эта куропатка. Я что могу поделать? Прям конкретно раздражает. Стой, подожди, подожди, куропатка. Подожди. Ну, убери свою голову, аргентавец. Ядрить тебя, мадрить. Ну, что ты... В натуре. Погнали! Иди ты в жопу. Вот он мне... Меня раздражает то, что они поворачивают свою голову, и из-за этого я не могу сдвигаться. Они всегда поворачивают тебе голову. С одной стороны, это очень иногда помогает, а с другой стороны, это иногда вот так вот тебя же и запирает. Блин, эта козлина уж туда пробежала. Иди сюда, курица сраная! Я тебя завалю, козлина. Просто из принципа завалю. Тварь тупорылая. Бегаешь, козлина, туда-сюда. Тупое отродье. Так, все, погнали. Погнали, 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 погнали. Самое главное, чтобы сейчас никто ничего никак не чухнул, что здесь такой прикольный... Стегозавр, вот, и не решил томить. Это просто будет косяк жесткий. Так, сразу же накидываем. Я надеюсь, мне хватит. В смысле, такой области мне, я очень надеюсь, что хватит. Так, дальше накидываем стены. Твою мать! Косоглазый идиот. Так, и стены-то закончились. Кем-то там дерется. Мне стенок не хватит. Блин, мне одной стенки бы не хватило. Ну, их бы хватило, но... Но, блин, но. Так, рампа. Ну, рампа, конечно, я перестарался с рампами, ну да ладно. Сейчас немножечко добудем ресурсов. Сразу на месте, без лишних заморочек. Так, немножечко соломы и немножечко деревца. Твою мать! Тихо-тихо-тихо-тихо! Ёб твою ж налево. Вот это, конечно, подстава еще та. А что он сагрился? Слышь, козлина, ты чё сагрился? Я тебя спрашиваю, ты чё сагрился, а? Я ещё голоден. Ты чё сагрился, козлина? А? Сколько тебе торпора? Накидывается, но медленно. Надо ещё одну делать. Так, погоди-ка, мне этот голод сраный бесит. Все, пердак мне настал. Твою мать, бежим! Бежим! Пошли все в жопу! Это отстой. Ладно. Валим. Так. Босс прибежал. Босс прибежал. Вы прикиньте. Сраный козлина пришел. Ёб твою ж налево. Да пошел ты в задницу. Я всех вас, уроды, завалю. Yeah!
Ну, твари! Ну, кранты вам, уроды! Давай! Всех убиваем! Давай, 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 понеслась, 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 все нормально. Прорвемся, чувак, прорвемся, я тебе говорю. Либо прорвемся, либо сдохнем нафиг. Не, сдыхать я не хочу, так что прорвемся, без вариантов. Твою мать! Так. Вот это пошло все не по плану. Обалдеть. Реально пошло все не по плану. Жуть просто, как пошло не по плану. Ой, да ладно, 4 сапфира добыл. Прикольно. Так. Так, хорошо, отлично. По ним я дамажу очень мало. И это фигово. Так, погоди, постой здесь пока что. Торпора, торпора. Ай, бляха-муха. Педальку нажал и палец себе прищемил. Чутка не затащил. Такс. Ладно, все, спокуха. Из названия вы уже поняли, что я решил переделать немножечко видео, не томление альфа-спинозавра, а убийство ублюдка. Так, хорошо. Сколько в тебе торпора? Да ладно, ты прикалываешься? Ну-ка, иди сюда, тварина. А оглушить тебя есть возможность? Так, спокойно, тихо. Самое главное, следить за здоровьем. С торпором проблем не будет. Очень малый дамаг. Я просто 10% наношу от дамага, который я должен наносить. Это мне не нравится. Это мне чертовски не нравится. Так, пошли все взад, уроды. Полны вызывали всякого говна. Твою мать! Так. Это мне не нравится. Так. Отлично. А теперь ко мне. Твою мать, бежим, 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 бежим. Стой, 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 стой. Погнали, 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 погнали. Да сюда иди. Пассивка. Сюда. Быстро ко мне, быстро ко мне, быстро, 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 быстро ко мне, быстро ко мне. Fucking shit. Это просто до невозможности невозможно. Так, все, рвем когти, надо, короче, перегруппироваться. У меня сраного туча эффектов, и это полный кобзда. Вы не поверите, но я весь припотел, однако. У меня просто, я офигел, в прямом смысле слова припотел. Я не понимаю, что делать. Я его начинаю бить, и он сразу куда-то утыпыхивается. Он быстро так бегает, что это просто, ну, он просто как будто телепортируется. Мало того, что мне обосрал всю малину с альфа-томлением, так еще и козлина такая. Ох, это кобздец. Так, давай, я сейчас просто хочу выносливости до 2000 ему нагнать. Все, отлично. То пошел ты в зод! Так, пока он один. Да ты пошел в жопу! Сюда иди! Слушай, ублюдок! Он вот так откидывает и все! Это да просто до невозможности, я ничего не смогу. Да пошел ты в жопу! Прорвемся! От винта! Давай! Труд! Я на стену даже залез! Посылась, родимая! Вот этот егошный раскидывающий удар меня просто бесит. Почему? Когда он откидывает, он сразу же автоматически весь вылечивается. Это так устроено на сервере. Хорошо.
Тебя завалю. Я теперь знаю, что ты тварь не бессмертная. Пошли все вон. Уе. Такс. Куда эта тварь прыгнула опять? Есть тактика. Есть тактика, и ей надо придерживаться. Я надеюсь, это не будет замануха для меня же самого. Ничего, прорвемся. Fucking shit! Нужно прорываться, срочно нужно прорываться! Ешь, давай! Рви! Я уже собирался хранить своего кошака. Я реально уже собирался его хранить. Ну вы видели, сколько у него здоровья осталось? Ёб твою ж налево. Твари вы ублюдочные, а? Это кошмар. Здоровья ему явно не хватает. Фух. Чуть не похоронил бедолагу. Кошмар. Так, ладно. Давайте думать, что можно тут придумать. Ну давай, сраный бутыль, я ж тебя заюзал. Еще отравленный. Долбанное сраное отравление еще. Усыплен. Вот из-за чего у меня дамаг уменьшился, да? Это блюдо ко мне бежит, да? Козлина драная! И все. Пижу. Ты пахнулся, козлина. Прыгнул, называется. И проблема в том, что если я его начинаю бить, зажимаю, вы сами видели все. Появляется какая-нибудь жопа сраная. И в итоге я же огребаюсь. А все из-за того, что он уменьшает дамаг. Блин, нет, надо валить, надо валить, надо валить, надо валить, надо валить. Я не могу его увести на другую сторону. Почему? Потому что там подписчик сидит. Если я уйду на ту сторону, это пердак, его ж динозавр вперед. И не важно, что у него там альфач, альфа-рекс. Без управления они просто сдохнут. И я надеюсь, не стоит объяснять, из-за чего. Потому что... Ладно, объясню. Потому что, собственно, ту же самая фигня будет. Ударил, откинул, ударил, откинул, выжил, все. Ты тащишь. А, черт. А ты, козлина драная, я тебя сейчас завалю. Иди сюда, ублюдочная тварь. Я и так себе... Да пошел ты в жопу, мелкая тварь. И так, блин, приходится мясом питаться сраным. А, черт побери. А еще они могут по мосту к моему базе прийти. Да это даже не по мосту, они могут просто так прийти на мою базу. Это меня просто до жути как бесит. Так, надо сюда быстрее их выруливать. Эй! Припрыгал! Козлина. Надо что-то придумывать. Надо что-то придумывать. Оглушение на него не сработает. Это уже понятно, 100%. Пробовал, ударял. Не сработало. Блин, жалко, конечно. Такой, блин, подарок был жесткий. 130-й спинозавр. Не, стегозавр, господи, чё я вечно путаю. Такой реально, вот это по-другому не надо назвать нельзя. 130-й альфа. Да, не спорю, у меня места под него нету, но все равно подарок был бы здоровский. Так, он там находится, да? Карна, пошел вон отсюда. Просто я хочу завалить, хоть кого-нибудь завалить нафиг, чтобы немножко разрядка была. Так, хорошо.
Я не знаю. Если б я опять зажмусь в угол, встану так же, то я опять буду под угрозой того, что меня завалят. Это плохая идея. Я там кое-как вылез, и это явно не то, что мне сейчас нужно. Второй раз, я боюсь, мне не повезет. Хорошо. Пошли взад, ублюдки. Бесите меня, твари. Такс. Да уж, я боюсь, мне не получится ничего сделать. На данном этапе. Так, надо как-то поджаться. Самое главное плохое, это то, что я по ним дамажу очень мало. Становлюсь дамажить очень мало. Потому что они хауры действуют, видите? Они такие, типа, такие обгаженные. И по ним дамаг всего лишь 10% проходит. И я не могу их убить. У меня дамага не хватает. У меня не такой офигенный дамаг, чтобы тащить. И вот, смотрите, откинул меня, да? Прыгнул. Все, нету. Все, здоровье у него фуловое сейчас будет. Вот, все, отхилялся. В этом он весь козлина меня бесит. Вдвоем, если только с подписчиком. У него-то Альфрекс уши, я думаю, уже подвкачаны немножко. Вот! Все, я улетел на странную половину карты. Пока он сейчас добежит до меня, все, отхилялся полностью. И что означает? А все, полная жопа. И опять все по новой. А еще это странно дебильная нехаура. Единственное, что я могу сделать, это отбежать. Чтобы у меня торпор спал и здоровье пополнилось. Это хоть что-то мне даст. Да пошел ты в жопу, дебил мелкий. Да уж, подстава. И никуда от нее не деться. Прыгай сюда, тварь. Все, прыгнул. Опять я улетел сраного куда. Попробуем так, чтобы он был в воде. Может, тогда он не сможет ударить. Ты смотри-ка, проканала. Он в воде не отбрасывает. Проблема в другом. Здоровье-то все равно больше не становится. А благодаря тому, что он вызывает своих мелких тварей, они не дают к нему подойти. Просто нужен огромный урон. Да. Рекс мне точно нужен. Вот тебе и баталия сраная. Альфа-Рекс, да? Или Альфа-Гига. Было бы неплохо. А на данный момент их надо сюда перевести и не трогать их больше. Фух, ну хорошо, погнали их догонять в свои базы. Я не знаю, получится ли у меня подхватить его. Вот, в том плане, что подхватить каким-нибудь летуном. Слушайте, а давайте попробуем все-таки. Попробовать нужно будет именно этим Аргентависом, без вариантов. И попробовать его на другой остров какой-нибудь выкинуть. Потому что здесь все-таки нуб-центр. И мне бы хотелось, чтобы здесь было как-то посвободнее от всякого говна. Я и так пытаюсь чистить все эти острова по мере своей возможности от всякого типа дилофазавров и так далее. А уж от такого и подавно нужно чистить. Fucking shit! Это полная задница. Ну ладно. Попробуем прорваться. Вот сейчас смотрите. Нет ауры. Чпокс!
Так сказал козлина. Вот, смотрите, видали сразу же. Не 129, а 1290. Ах, говна кусок. Все, бежим, 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 бежим. Ну, мать, они здесь везде. Надо их поубивать всех тварей. Чтобы они даже не пытались здесь появиться. Такс. Да уж, ловушку потом уберу. Ну и в баню. Сейчас не до нее. Погнали. Вот так вот. Вроде бы и попытался сделать что-то веселое. Ау, такое веселье получилось. Сначала Альфач почему-то согрелся на меня. Наутал, называется, ресурсов. Чутка не хватило. А потом еще жопа полная началась. Просто ад и вакханалия. Кханалия! Куда иди? Тварина. Так. Давай, забегаем. Ух-ха! Так, стоять. Все чисто. Фу, ты мне показал, что опять какая-то фигня прыгает на меня. Черт побери, а. А все из-за того, что тороплюсь. Блин, и мне не нравится, что на нем негативный статус стоит. Так, туда я не пройду, там чутка хвост мешается. Ну ладно. Козлина. Фу. Тупые двери, закройтесь. Да ты сраный ублюдочный говно, сказал, закройся, дерьма, кусок. Во, пока не обматеришь, ей-богу. Работает только спинка. А, так, спокуха. Спокуха, выносливость. Немножечко. Качаем. О! А вот это уже неплохо. Fire Wyvern. И, возможно, завалит. Нет, он долетел мимо. Или уже завалил. Так, погнали туда. Так, судя по вот этому бегающему козлу, наверное, нет, еще не завалил. Но проверить стоит. Смогу ли я поднять, самое главное. Начнем с мелкого комнат говна. С его сумона. Попробовать. Так, не получается. Не получается! Да уж. Я только огребся еще сильнее. Боюсь, если к этому подойдут, там вообще я огребусь конкретно. Не получается поднять даже сумона. Егошнего. Ну, в смысле, это человека, но не босса. Типа, давай-ка попробуем. Не, как стоял, так и стоит. И даже не в том что, дело, что он сумон, а в том дело, что они, походу, считаются как боссы, и в целом их поднять не получится. Да уж, вот это уже проблемка. Это означает Виверна, Рекс, Гига. Фигово. А, ну еще есть Мегапитек, Додо Рекс. Да, это я тоже вспомнил. Да уж. Вот так вот мои планы легко и просто могут быть порушены даже этим безумным миром. Кстати, вот эти мне арки нравятся тем, что даже в одиночке вы сможете себе найти так. Какое переключение на задницу, которое вы не сможете найти в том же самом расте на сервере. Вот такие дела. Даже на сраном PvE сервере полная задница творится. Конечно, жалко то, что
Альфа-стегозавр. Господи, я опять его чуть спинозавром не назвал. Альфа-стегозавр умер. Это, конечно, жалко. Но, с другой стороны, это я его завалил. Так что я получил свои сапфиры 6 штук. И на том хорошо. Вот. Так что... Ладно. В другой раз. Ай, ё-моё. Ну, зато прикольно повоевали. И повезло, что кошак все-таки живой остался. Я не знаю, как я выжил. Но, говорят, дуракам везет. Да и день сегодня, наверное, был слишком уж счастливый. Фух, ну ладно, все. Пошел я записывать позавчерашнюю серию. Прошлый выпуск. Будем томить, искать кицаля. Пробовать, а там уже посмотрим, что да когда где будет. Летают. Все, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Быть может, им тоже понравится, как и вам. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.